Пришло время уступить место другим. Сообщил о своем решении сегодня главный тренер сборной Литвы по баскетболу Йонас Козлаускас. В клубном баскетболе я бы еще хотел поработать, однако после 10 лет, отданных национальной команде, хотел бы уступить место тем, кто моложе меня, сказал он, подчеркнув, что контракт с федерацией завершился и думать тут просто нечего. Ни для кого не было секретом, что этот год для меня был последним. Я ничего не скрывал, ничего и не меняется, утверждал тренер, добавив, что стратегия тегов в Литве достаточно. За последние 3 года под руководством Йонаса Козлаускаса наши баскетболисты дважды завоевывали титул вице-чемпионов Европы, а на мировом первенстве были 4-ми, окончательно закрепив за собой место в элите мирового баскетбола и став для сборных любой другой страны настоящей головной болью. В 190 поединках под руководством Козлаускаса наша страна праздновала 133 победы.